А я, пожалуй, Федор, сяду, знаешь. Ну вот и все, Федя. Ну вот, Федя, все. Не тот я. Не тот я. Стал я не тот уже. Руки мои. Ох. Руки мои почти не двигаются. Руки, Федя, вот эти вот мои мозолистые, трудовые вот эти вот руки мои, которым я столько перепахал. Они двигаются, Федор. Глаза еле видят. Глаза? Что руки? Глаза, Федя. Не видят. Но видят так еле-еле глаза. Руки почти не двигают. Руки. Вот эти вот мои. Руки были. Руки, Федя. Были руки. А сейчас нету. Нету рук. Медленно встает. Он медленно встает. Медленно встает. И, наконец, Федор, о главном. Товарищи аграрии! Я хочу вас всех поздравить с окончанием посевной кампании. Кампания, товарищи, прошла отлично. У нас все поперло. Попер горох, попер овес. И самое главное, товарищи, попер... Попер инвест. Попер инвест. Отличная кампания. Хорошо-то как? Правда, пахан? Да чего хорошего, сынок? Ну как, мы сидим, а денежки идут. Система телерэкет для тех, кто хорошо сидит. Москва. Год 1937. Сталин в специальном кремлевском кинозале отсматривал новую советскую кинокомедию. Пейте чай. Пейте, пейте. А вы... Кем у нас работаете? Министром культуры, товарищ Сталин. Пока. Вам не кажется, что этот актер очень похож на товарища Сталина? Так ведь пытались, добивали. Плохо добивали. Я думаю, что это позор, когда какой-то актеришка похож на самого товарища Сталина. Я думаю, его надо расстрелять. Расстреляем, товарищ Сталин, расстреляем. И всех тех, кто это дерьмо мне сюда привез, тоже. Thank you.
надо расстреливать его. А что тогда? Усы сбрить. И моему. Или так.